театра Бориса Григорьевича Кунина. Добрый вечер. Мы приехали, как мне кажется, с очень интересной миссией. Это движение зародилось в недрах Московского театра имени Маяковского. Театральное новогоднее движение «Подари что-нибудь». «17 что-нибудь». Театр Маяковского подарил своим коллегам театру имени Ермоловой 17 килограмм апельсин. Ну а театр Ермолова в свою очередь подарил следующему московскому театру какой-то подарок. И в общем Москва овладела, Москвой овладела театральное дарение. Мы с особой теплотой вспоминаем наши встречи с молодежью театра на Фонтанке в сентябре во Владимире на нашем фестивале Всероссийском театральном форуме у «Золотых ворот». И вот, когда мы услышали о том, что театры что-то дали друг другу, мы решили нашим добрым друзьям и нашим коллегам в Петербурге тоже кое-что подарить. И вот мы приехали с этими двумя пакетами и хотим подарить 17 бутылочек суздальской медовухи. Я прошу вас меня. Здесь ровно 17. Ну, как вы распорядитесь, мы узнаем чуть позже. Ну, будем ждать 18-го года, чтобы было 18, 19, 20. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. С наступающим годом! С Новым годом!